Здравствуйте, мои дорогие подписчики, с вами Елена. Что нас ожидает в ближайшее время, в ближайший месяц? Карты сейчас все покажут, а я вам расскажу. Смотрите, какое хорошее начало. Это карта Солнца. Это, конечно же, вас ожидает успех в любви, успех в карьере. Успех с деньгами. За что вы бы не взялись, вы будете получать положительные результаты и останетесь, конечно же, довольны этим. Я очень рада. Дальше посмотрим, какие карты будут выходить. Смотрите, перемены к лучшему, романтические встречи, поездки какие-то по работе у кого-то. Также солнце и корабль. Поездки куда-то на отдых. Прекрасное времяпровождение. Избавление от всего негативного. Я очень рада. Далее посмотрим. Это карта сад. Это гармония. Это очень прекрасное состояние вашей души. Покой в душе. Мир в душе. Прекрасное общество. Люди будут вас окружать гармоничные. Вы будете находить понимание с близкими, с родными своими людьми. Очень прекрасно. Дальше посмотрим. Это карта крысы. Эта карта говорит о том, что нужно убирать из общества, из вашего, ненужных людей. Вот как вы избавитесь от ненужных людей, сразу к вам будут приходить нужные. Оставляйте только тех людей, которым вы доверяете. Они нужные уйдут за ненадобностью. Как говорится, нужно избавляться от шелухи. Очень хорошо. Что еще нас ожидает? Карта звезды. Мечты ваши тихо-потихо начнут сбываться. Мечтайте. Стройте планы на будущее, на более далекое будущее. Очень прекрасно. Еще какие карты выйдут? Смотрите, мужчина. У кого нет мужчин, сейчас очень благоприятное время познакомиться с мужчиной, найти мужчину, с которым вы пойдете по жизни. Также, у кого есть мужчина, ваш мужчина будет проявлять больше внимания к вам, больше будет интерес к вам. Очень прекрасно. Дальше. Смотрите, какие тут хорошие карты. У кого нет мужчины, мужчина спешит к вам в дом. У кого какие-то были неприятности, может быть, сложные ситуации с мужчиной, это все будет налаживаться. Я очень этому рада. Далее. Мужчина в дом спешит новый. Или мужчину встретите вы нового. Или с вашим мужчиной у вас все будет по-новому. У некоторых девочек даже проиграется, что в дом будет приходить в дом новое. И, конечно же, это рождение ребенка. У кого-то может проиграться, как рождение внуков. Смотрите, что делается. В этой колоде две карты мужчины. У вас даже будет выбор. У вас будет два мужчины, как минимум. И вам выбирать, с кем вам быть. И вы будете выбирать, что для вас лучше. Очень я рада. Смотрите, будет общение с мужчиной, переписка. А также вы будете получать от мужчины подарки. Также это говорится, карта письмо, хорошие новости по работе, повышение, награды, деньги будут приходить. Очень прекрасно и замечательно. Смотрите, карта Луна. Наладится ваша судьба, ваша женская судьба. По судьбе вам суждено быть счастливой женщиной. Я очень рада, очень рада. Смотрите, как я сказала, так оно и вышло. Это карта книга, это ваша судьба. Ваша судьба налаживается. У кого были какие-то сложности, сейчас наступает белая полоса вашей жизни. Ваша женская судьба наладится, и вы будете очень счастливы. А теперь я возьму от карты Ленорман советы для моих дорогих подписчиков. Карта всадник. Не бойтесь перемен.
Ваша жизнь меняется. Все у вас хорошо. Масть, видите, черви и номер один. Номер один. Ваша судьба в ваших руках. И вы ожидаете только хороших и приятных новостей в вашей жизни. Ждите перемен, верьте. Не сомневайтесь. Смотрите, хотела взять одну карту, выйду, возьму, вышли две карты. Посмотрите, что сегодня делается. Карта женщины и карта букет. Не сомневайтесь. Вас ожидают романтические встречи, подарки, сюрпризы, цветы. Ваша судьба в ваших руках. Вам только нужно поверить. Поверить в это для тех, кто до сих пор сомневается. И в ближайшее время, мало-помалу, тихо, понемногу, ваша книга жизни, ваша судьба, наконец-таки вы обретете счастье, все поменяется к лучшему. Избавляйтесь от ненужных по карте крыс, от ненужных людей, от ненужных обстоятельств, от прошлого, от того, что не работает. Давайте я возьму карту, если какое-то еще предупреждение для моих дорогих подписчиков. Карта коса. Смотрите, какая здесь коса. Карта урожайная. Отсекайте все ненужное, убирайте все ненужное. И вы, наконец-таки, получите награду. Получите награду счастья, любовь, достаток и всего самого лучшего. Очень прекрасно. Очень я рада такому раскладу прекрасному. Есть еще какое-то предупреждение? Пока вы в силе, пока вы сильны, у вас много энергии, никто вам не может помешать, ни один враг, ни обстоятельства. Вы сильная личность, и вы, убрав ненужных людей, обретаете силу, силу, мощь и могущество. Не сомневайтесь даже в этом, мои дорогие девочки. Не сомневайтесь, ни на минуту не сомневайтесь. Ваша судьба — быть счастливым человеком. Верьте в это. И в ближайшее время будет подтверждение этому всему. Я очень рада, очень-очень рада. Ваша судьба, вот у кого какая-то нестабильная жизнь была, то какие-то падения, то какие-то неприятности, то что-то вот не клеилось, не было стабильности, именно постоянства. Вот сейчас именно это к вам и приходит. Именно это к вам и приходит. Вот смотрите, в подтверждение моим словам вышла карта птицы. Вот все, что я сейчас вам говорю, услышьте, осознайте, примите. И вы увидите, что ваша жизнь не будет уже прежней. Вы будете счастливы, жить в достатке. И все у вас будет благополучно. А я желаю вам много счастья, много денег, любви. С вами была Елена. Подписывайтесь, кто не подписан. Кому нужны личные консультации, обращайтесь. Под каждым видео есть ссылка на мой канал в Телеграме, пишите мне, там есть мой аккаунт, переходите, обращайтесь. До новой встречи, дорогие, до свидания.